Добро пожаловать на экскурсию Тейде, Гарачика и Маска. Путешествие начинается на юге острова. Автобус заберет всех экскурсантов из их отелей и поедет в направлении национального парка Тейде. Здесь у вас будет полчаса, чтобы размять ноги и насладиться фантастическим видом кратера вулкана и его прекрасными окрестностями. К сожалению, у вас не будет возможности подняться на вершину вулкана на фуникулёре, так как на этой экскурсии времени для этого недостаточно. Если вы решите покорить гору Тейде, мы рады вам предложить отдельную экскурсию под названием «Полдня на Тейде». После первой остановки автобус направится в старую часть города Гарачика, где остановится на 2 часа. Тут вы сможете приятно поделиться впечатлениями за обедом в одном из многочисленных ресторанов. Не забудьте спросить рекомендацию гида, и он рекомендует вам лучшие рестораны города, и вы точно не ошибетесь. После обеда у вас будет возможность лицезреть типичную канарскую архитектуру всего старого города и увидеть бассейны натурального происхождения, которые в свое время создала лава. После того, как вы навестите город Гарачика, автобус отправится в сторону маленькой деревни Маска, где вы около 30 минут можете расслабляться и восторгаться потрясающим видом. Маска скрыта в горах и окружена незабываемым ландшафтом, который считается одним из самых красивых на острове Тенерифе. Путешествие подходит к концу, и автобус развезет всех участников обратно по отелям. Вся поездка займет примерно 8 часов. Помимо трех главных остановок, указанных выше, автобус остановится несколько раз по пути в местах, где вы сможете сфотографироваться на шикарном фоне. Автобус остановится для фотографии и в Вилла Флор, и у Древа Дракона. Это все об этой экскурсии. Меня зовут Энджи, ваш номер один, репортаж о развлечениях.